Ну что же, продолжим. 12.11. Ставим рубиновый шарик в оправке на станок. Так, ну вот, шарик установлен, затянем гаечку. Затянется, вот так вот затянем. Затянули. Теперь надо отъюстировать. Отъюстировка — это дело тонкое. Ну, как криво все. Ну, вроде так почти. Оно так почти. Понятно. Непонятно. Ну, блин, чёрт. Ну, вроде так ничего. Может, и получится. Ну, ладно. Для начала давайте плеснем водички. О, хорошая капелька. Теперь, значит, нам туда добавить абразивчика. Вот абразивчик у нас уже надо снова подсыпать. Разноцветный алмаз. Половина похожа на корунд. Вторая половина похожа на нитрит бора. То есть корунд серый, нитрит бора зеленый. Вот так вот. Вот такой алмаз у нас продается. В магазине «Сапфир». Одна партия больше похожа на корунд, то есть на рубин, а на «Сапфир». А вторая партия
похоже на нитрит бора. Зелененький. Ну, вот это вот у нас серенький. А это у нас рубин. Не рубин, а этот алмаз. Зелененький. Вот такой вот у нас алмаз. Так что настоящий алмаз надо доставать. А где же его взять-то настоящий? Когда кругом одна подделка. И куда делись бумажки? Последняя бумажка кончилась. Да, ну ладно. Не зря же мы ходили в магазин за рекламой. Вот эта бумажка и поможет. Нам надо сделать бумажную лопату для алмаза. Надо алмаз грести лопатой. Вот. Зеленый алмаз и серый алмаз. Вот они уже на лопате. Не хочет она смачиваться. Ну ладно, это уже мы иголочкой намочим. Все это безобразие мы утопим иголочкой. Вообще, наверное, надо где-то отдельно разводить этот самый алмазный абразивчик. Ну или, это что-то я не показываю, как это делается. Я это иголочкой тапливаю. Так, хорошо. Теперь надо включить станок. Переключаем напряжение. Отключаем от прибора. Потому что у нас один источник питания на все. И на приборы, и на станок. Ну что ж, попробуем. Да, сейчас надо включить. Это я и забыл сделать. Ну что же, попробуем начать. То есть сырого там не особо отъюстировалось. Посмотрим, чем это закончится безобразие. А что у нас там с отметками? Так, 16. Нет, 15 и 8 отметка. 15 и 8. И нам надо стащить 8,25.
Ну, пока что скорость стачивания микрон в секунду, 2 микрона в секунду, вот такая. Микрон, 2 микрона в секунду. Не очень хорошо идет свержение, сюда выходит из устойчивого состояния своего.
Спировочка, кстати, неправильно. Давайте посмотрим, что там за юстировочка такая. Да вроде юстировочка неплохая. Попробуем немножко подрегулировать. Вот так вот вроде лучше будет. Да, вот так вот лучше будет. Нет, лучше не получается. А так. Так вот делать еще очень получше стало. Да, так вроде лучше. Скорость уже выйдет 3 метра на секунду. Нет. Не получается. Ну ладно, тогда, значит, заканчиваем сюжет и в следующем сюжете начнем с юстировочки стоп-машины.